вообще не важно выглядишь. Может, в аптеку сходить, что-то купить? Витамин. Что? Витамин. Еще раз скажи, плохо слышно. Я тело в поте, ей сводят ноги. Витамин. Что? Витамин! У нас завтра очень важный экзамен. Нам нужно выучить все. Ну что ты хочешь? Но сейчас мне наплевать. Я просто хочу спать и видеть сны. Ты много на себя взяла. Я просто хочу знать, что знаешь ты. Ничего не будет. Закрой небо рукой. Мы не помним, как нас зовут, дорогой мой. They ask you how you are, you just have to say that you're fine. And you're not really fine, but you just can't get in. They ask you how you are, you just have to say that you're fine. They ask you how you are, you just have to say that you're fine. And you're not really fine, but you just... They ask you how you are, you just have to say that you're fine. They ask you how you are, you just have to say... Красавица, ну, Бриджит Бардо. Копия. Интересно, а что я буду своим внукам показывать? Стой тут, сейчас тебе бабушка покажет, какой она была в молодости. Где-то тут мои фотографии были. Баклажан! Эти длинные ресницы, черные глаза, красотой своей сгубили. Фу, айфон. У нас даже в садике с таким никто не ходит. Так, ты знаешь, что твоя бабушка делала за этот айфон? Это все биткоины. Ты бы мне еще толстовку Трэшер показала. Это все дико, например. Мы курим дико, например. Для меня, я не знаю. Все готовы? Готово. Готово. Жми. Ну, он написал. Oh! Что он написал? Привет. Gadget! Полная остановка. Восемнадцатый год. Все давно забыли про это, но оно решило. Кто здесь? Вернуться. Алло. Мне кажется, оно близко. Как это остановить, никто не знает. Да, но я не понимаю, что ей нужно. Никто не знает, чего она хочет. Хайп. Но заставляет это делать более миллиона людей по всей России. Не оборачивайся. Оно уже здесь. Ты не сделаешь это со мной, нет! Нет! Ребенок, признанный виновным в изнасиловании несовершеннолетней Дианы Шурыгиной, вышел на свободу. 23-летний молодой человек покинул колонию, отбыв за решеткой год. Че, реально снова? Здравствуйте. Я, кажется, кабинетом ошиблась. А что это такое? Давайте, сделаем это на счет три. Раз, два, стоп, и... Сейчас точно получится. Раз, два, три, стоп! Сейчас точно, простите, пожалуйста. Раз, два, стоп! А вы там, кажется, перчаточки не надели. Шприц лучше выкинуть, а то можно уколоться. Там вот баночка открытая, закройте. Вы, кажется, спонжик забыли поменять. Доктор, скажите, вы можете что-то с этим сделать? О, вот это вас обсыпало. Кто ты такая, чтобы меня судить?
хочу водички. В туалет хочу. Кушать хочу. Ой, мне звонят, я хочу поговорить по телефону. Хочу полистать ленту в Инстаграме. Хочу Егора Крида. Сколько с меня? 7000 рублей. А я думала 1000. Никакого макияжа, только натуральная красота. Wake up, no makeup, как говорится. Do you wanna dance? Думаешь, он тебе со Светкой изменил? Ну, Светка та еще сучка. Алло, Светусь, привет, что такое за... Блин, все-таки с масками надо. Фирмы на экс-России. Очень быстрый автомобиль. Может, это любовь? Или нам это снится? Ну, вроде просто. Дую свои губки, я крашу свои реснички. Да кто сказал, что это просто? Стоп, если вы думаете, что это чересчур мимими кадры, то давайте посмотрим, что было до этого. Да где же мой любимый лифчик? Ну, пожалуйста, ну хотя бы одну штучку съешь, это очень вкусно. Смотри. Это ужасно! Мы все-таки суши закажем. А чем так воняет? Ну пописай, ну пописай сюда, ну пожалуйста, ну сюда пописай. Да куда ты? У меня ко второй паре. А вообще, любите своих животных. Ведь эти засранцы самые лучшие. Внимание. Что, Майка, сегодня мы точно готовимся к экзамену, поняла? Сегодня точно. Но завтра-то мы точно подготовимся, да? Блин, Майя, скоро 14 февраля. Интересно, что мне мой подарит. Yourself, Алло, зайка, как у тебя дела? Я так по тебе скучала. Я так ждала твоего звонка, я тебя так люблю. Так... Yourself, это же 50 оттенков серого. Надо обязательно пойти с любимым. Мой любимый по-любому подарит мне какое-нибудь украшение. And if you let yourself, just know you'll never be alone. Май, представь, я рассталась с парнем. And if you let yourself... Young money, young money. Смотри, какая сумка классная, давай купим. В смысле, мы не можем себе этого позволить? Я могу, дай денег. Когда ты мне последний раз цветы дарил? Вообще-то прошла уже целая неделя. Ты меня не любишь. Да мне эту сумку любой может купить. Мужчина, вы же можете мне купить сумку? Да хватит меня дергать, хватит меня трогать. Дорогой. Нельзя уходить, не решив собственные проблемы. Не трожь меня. Я попросила просто не трогать меня. Фа-ла-ла-ла. Что ты знаешь про скидки? Ты в курсе, что если мы купим одну сумку, то получим чехол для сумки в подарок? Мужчина, я не консультант. Вот видишь, до чего ты доводишь? Вот Насте парень айфон подарил. А я что, хуже Насти? Носите с удовольствием. Спасибо. Зачем мы ее вообще купили? Мы на эти деньги могли месяц жить. Ну ты и дебил. Убери ручку. Ты будешь ругаться. Считаю до трех. Ой, что ж мы отсюда скажем? Он нас обоих по миру пустит. Здравствуйте, я бы хотела немножко освежить причесочку. Ну, может, это? Челочку? Нет, только не челка. Хочу собачку, кошечку. Или единорога. И новые Барби, как у Светки. Съехать от родителей, выплатить долги по ипотеке и найти себе богатого хахаля, как Светка с третьего подъезда. Tamagotchi Uber. Блин, телефон сел.
Havana.